Сегодня 8 марта, в праздник, который по праву считается праздником весны, красоты, нежности, любви, заботы, офицеры Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского прямо на государственной границе провели очень теплую акцию, в рамках которой душевно поздравили въезжающих в нашу страну женщин, даря им нежные цветы. Сегодняшняя акция в честь Международного женского дня проводится брестскими пограничниками впервые. Традиционно пограничник – это первый человек, которого встречаешь, когда возвращаешься на родину, в Республику Беларусь. И цель этой акции, чтобы в этот прекрасный весенний день добавить позитивных эмоций каждой представительнице прекрасного пола, которая въезжает в нашу страну. Праздничные моменты, вызвавшие улыбки, радость, восторг у виновниц торжества, сопровождались музыкальными номерами в исполнении военного оркестра Брестской пограничной группы. Спасибо большое, спасибо. Наши мужчины хотят для вас петь. Очень неожиданно, очень приятно, что в такой утренний, да, рано утром наши военные исполнили такую прекрасную песню, поздравились с теплым весенним праздником. Очень неожиданно, очень приятно, хочется выразить им большую благодарность. Спасибо. Пограничники-мужчины не забыли и про прекрасных дам-коллег, которые, к сожалению, в свой прекрасный праздник несут службу на границе. Однако поздравить, подарить цветы и сказать самые теплые слова поздравлений им все же удалось. Еще раз праздник. Улыбок позитив на сегодняшний день. Сегодня брестские пограничники постарались не только тепло, искренне, от всей души поздравить женщин с этим замечательным солнечным весенним днем, подарить цветы, но и напомнить, что дома их ждут.